Приветствую вас, дорогие телезрители! На ваших экранах прогноз погоды. О планах природы на среду, 5 апреля, с удовольствием расскажу вам я, Николай Диденко. В ближайшие сутки в большинстве украинских областей предвещается густая облачность и дожди. Лишь местами возможны кратковременные прояснения. Согласно данным синоптиков, средняя дневная температура воздуха по стране 16 градусов выше нуля. Теперь детальнее о синоптических новостях в каждом из регионов. В Центральной Украине суточные температурные показатели состоят от 8 до 18 градусов со знаком «плюс». С ночи до позднего вечера в регионе будет царить переменная облачность. В Полтаве и Черкасах предвещаются дожди. На юге страны термометры в течение суток покажут от 5 до 15 градусов со знаком «плюс». Густые облака займут небосвод над регионом на целый день, но дождей не прогнозируется. В Одессе ночью местами опустится туман. У наших предков это был день тщательной уборки, как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит». К тому же наступил момент, чтобы сажать яблони, рябину, а также черную и красную смородину. И снова о погоде. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 8-16 градусов выше нуля. Синоптики пророчат региону облачность с кратковременными прояснениями. Во Львове ночью осядет туман. В Ивано-Франковске ровно прогнозируется дожди. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 6 градусов, а максимальная дневная достигнет 17 градусов тепла. Следствием ночной облачности станут дожди, которые местами начнутся в утренние часы и завершатся лишь поздно вечером. В Житомире днем возможна гроза. На востоке также предвещаются дожди, но только в Луганской области. А вот туман прогнозируется во многих городах региона. Местные термометры в течение суток покажут от 5 до 18 градусов выше нуля. 5 апреля Луна вступает в созвездие Льва. Этот период способствует бодрому и приподнятому настроению. Нам кажется, что нашим силам подвластно все. Особое внимание в это время придается внешнему виду. То, как вы выглядите, обязательно будет замечено окружающими. Оставайтесь на высоте. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть плюс 7 градусов, а днем ожидается 12-14 градусов выше нуля. Ночью в области будет царить густая облачность, но уже с рассветом на небе появятся небольшие прояснения. В Луганске и Алчевске пройдут дожди в утренние и дневные часы. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 5 до 9 градусов тепла, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 13-16 градусов со знаком «плюс». Здесь предвещается переменная облачность и туман в предрассветные часы. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 7 до 10 градусов тепла, а в дневное время 17-18 градусов выше нуля. В Днепре, Павлограде и Кривом Роге прогнозируется переменная облачность в течение целых суток. В областном центре ночью возможен туман. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 10-18 градусов тепла метеорологи пророчат Киеву переменную облачность и дожди с утра и до конца дня. Это был прогноз погоды на среду, 5 апреля. Будьте внимательны к себе и своим близким. До встречи в нашей студии. Нарешті матиму надійний ноутбук. Та дізнаюсь, скільки я рухаюсь щодня. А цей альбом звучатиме якісно. Навіть швидше за машину батька. Але не швидше за доставку ITBox. Зручного онлайн-маркету із найкращими пропозиціями для всієї родини. ITBox. З інтернету додому за один день.